Оп! 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 Ускорились! Креветки, каракатицы и еще множество упражнений деликатесов приготовил Тамерлан Башаев для челябинских дзюдоистов. Нагулять аппетит от такой разминки можно за несколько минут. Для многих такие сногсшибательные нагрузки только в радость. Тамерлан Башаев, сил-то есть еще? Да, есть. Борис, готов? Конечно. Всего около сотни воспитанников школ и клубов по дзюдо получили ценный опыт от именитого спортсмена. Каролина Османова сменила хрупкие танцы на суровое единоборство только 3 года назад, но уже может похвастать синим поясом. Тамерлан Башаев очень крутой спортсмен. Мы любим его борьбу, и для нас очень крутой опыт. Я очень люблю делать спину с колен, и Тамерлан Башаев показывает этот прием. Для меня это очень полезно. Под занавес мероприятия каждый из участников мастер-класса смог сделать памятную фотографию и получить заветный автограф от титулованного дзюдоиста. Кроме этого, юные спортсмены смогли прикоснуться к завоеванной медали Башаевым в Токио. Для Тамерлана это уже второй визит в Челябинск. Основной смысл и посыл, чтобы они научились делать комбинации и чтобы они использовали свой ум и свою смекалку против соперников, а не силу физическую, потому что дзюдо – это гибкий путь. И наша основная задача – научиться использовать минимум сил, при этом получать максимальную эффективность. Мастер-класс от Тамерлана Башаева состоялся накануне турнира по дзюдо Russian Judo Tour. Международные соревнования уже в третий раз пройдут в столице Южного Урала на арене «Трактор». Организаторами мероприятия выступит Федерация дзюдо России, Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, а также Фонд поддержки спорта. Василий Ермоленко, Сергей Олейник, 31 канал.